В первые же часы после вторжения гитлеровцы окружили пограничную крепость Брест. И чтобы стереть ее с лица земли, привезли эти осадные пушки. А Брест радировал стране: «Я крепость, веду бой». Гитлер сам объявил о падении Бреста. Он привез сюда своего союзника Муссолини, чтобы тот увидел, как побеждает германская армия на Восточном фронте. До сих пор на стенах Брестской крепости, искореженных, опаленных огнем и снарядами, сохранилась надпись: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина».